Здравствуйте, дорогие человеки и человекессы. Такое тупое приветствие, мне оно все-таки понравилось. Пикси с композицией «Карма» сегодня у нас в гостях. И, возможно, еще камбэк соседей, которые продолжают сверлить, и записываю ролики я все подряд. В общем, милости прошу, подпишитесь на все, и мы начинаем. Очень мне нравится начало такое, модное, но дело в другом. Я думаю, это фон, ну, в смысле, они на зеленом экране снимают это, или это действительно декорации, потому что, ну, если всматриваться, может быть, я и пойму, но выглядит достаточно натуралистично, натуралистично. Мне нравится, тут очень много движения баса, барабаны классно отыгрывают вместе с перкуссионными инструментами. Девушки красивые и похоже, что это настоящие декорации, просто они так подсвечены, обработаны, может быть. Хотя, опять же, я не удивлюсь, если я действительно ошибся, это все-таки зеленка. Ну, кто знает, может быть, это совмещенный вариант, то есть и зеленка, и декорации. Ну, почему-то меня просто терзает эта мысль, потому что я понимаю, что в клипы вкладывают огромные деньги, но построить такие декорации явно не $20 стоит. Очень классный звук снейра, ну мало барабан. Он такой легкий, щелкающий, не сильно плотный, и у него еще такое приятное послевкусие, такое легкое эхо расходится. Опять же, я, возможно, обращаю внимание на те вещи, которые вы не расслышите, если не обращу на них внимания, но не могу себя сдержать, я же тут рассказываю с точки зрения, как в описании написано, что это профессиональный звукорежиссер, значит, надо профессионально душнить. И высокие ноты здесь тоже были, поэтому что сказать про вокал? Вокал прекрасный. Она сказала слово «бич», «пляж». Ну, естественно, мы знаем, что это как «sun» и «sun», «сын» и «солнце». Слово «пляж» звучит так же, как другое американское английское слово. Bye.
Вот какие должны быть джинглы в конце. Мягкие, аккуратные. Вот наш логотип. Вот это. Ну, вы знаете, к какой компании я отсылаюсь? У компании, у которой сейчас проблемы с акциями большие. Которые делают этот бас-дроп чудовищный, за которого зубы вылетают под давлением звуковым. Короче, классная композиция. Мне нравятся дерзкие девушки. Люблю таких с характером. Прямо с такими вот работать, наверное, одно удовольствие. Ну, или, по крайней мере, они хорошо отыгрывают, как профессиональные артисты. В общем, если отойдем от вопроса внешности, то звук, вокал, все на отличном уровне. Не к чему придраться. Я даже добавлю себе это в Spotify. Это не одолжение, просто добавлю. И потом еще, кстати, есть плейлист, MP, нижнее подчеркивание, плейлист на том же Spotify. Ну, я только там сижу, поэтому там составляю плейлист. Он бесплатный, там я добавляю все песни, которые мне понравились, и почти все, что были в реактах. Так что дерзайте. Список бустеров на экране. Спасибо каждому из вас. Большое спасибо. Я просто пока добавляю параллельно Пикси, Карма. Все, добавил. Вот. Большое спасибо еще и тем, кто донатит на сборку пекарни. Отдельное спасибо. Большое спасибо. Когда-нибудь этот новый персональный комплюктер будет собран, и я смогу делать видосы в 4 раза быстрее, значит, в 4 раза больше. И мои синяки под глазами, походу, вот сюда вылезут. Ну да ладно, в общем, ссылки на экране, где можно подписаться, получить ранний доступ и стать одним из этих достопочтенных господ, именуемых бустерами. Там всякий дополнительный контент, ранний доступ и так далее. Также не забывайте MP-ревью с кей-поп-новостями, MP-лайв со стримами и телеграм-каналках, хап-локация. С вами по-прежнему Максим, и не говорю вам прощай, говорю до новых встреч. Пока.